Новогодние праздники практически всегда дарят людям положительные эмоции, однако есть ключевое слово «почти». Кому-то могут испортить настроение, либо вовсе перечеркнуть все планы на яркие эмоции буйные соседи, а быть может и сами круто празднующие. Ситуаций много. Кто-то угодил в неприятную ситуацию на дороге, кто-то, не зная простых правил запуска фейерверков, попал в больницу, а кто-то и вовсе вызывал сотрудников МЧС. Существует стереотип, что большинство несчастных случаев приходится на новогодние праздники. А так ли это на самом деле? Новогодняя ночь – это не только праздники. В новогоднюю ночь в городе Бресте произошло 3 пожара. В 2 случаях произошли загорания мусорных контейнеров, заглубленных в городе Бресте. В одном случае происходило горение сложенных пиломатериалов на территории индивидуального предпринимателя. В результате этих происшествий никто не пострадал. Основные рассматриваемые версии причины пожаров – это неосторожное обращение с огнем со стороны наших граждан. В целом, в период с 1 по 2 января текущего года в городе Бресте произошло 8 пожаров. На пожаре по улице Брестской дивизии работниками МЧС спасена пожилая гражданка 37-го года рождения. Также в новогоднюю ночь произошел один случай травмирования человека при использовании пиротехнических изделий. Мужчина 94-го года рождения не успел выбросить петарду, которая взорвалась у него в руках, в результате чего он получил повреждение ладоней, шеи и лица на площади около 1% тела. На Брещине в новогоднюю ночь правопорядок был обеспечен на все 100% и со стороны правоохранительных органов. В ночь с 31 на 1 в местах проведения новогодних празднеств сотрудники милиции обеспечивали охрану общественного порядка и безопасность дорожного движения. От слаженной работы всех взаимодействующих структур оперативная обстановка в городе оставалась контролируемой. Происшествий и преступлений во время праздничных мероприятий зарегистрировано не было. Праздничные мероприятия прошли на 346 площадках. В Новый год не принято входить с негативными эмоциями, и брещане эту примету не нарушили. Во время празднования приносили друг другу только положительные эмоции. Праздничная ночь показала, что профилактические меры, предпринимаемые ежедневно сотрудниками органов внутренних дел, полностью оправдывают себя, ведь благодаря этим мерам у граждан развивается активная гражданская позиция и чувство правосознания. Брещане встретили Новый год без происшествий. 2023 год уверенно вступил в свои права. Все успели загадать желания под бой курантов. И хоть Новый год мы уже и отпраздновали, впереди множество торжеств. Январь богат на события, а потому сотрудники милиции МЧС настоятельно советуют соблюдать такие простые, но при этом очень важные правила, чтобы только с приятными воспоминаниями вспоминать начавшийся 2023 год.